Но врач мне сказал, что Дед Мороза нет. Ну, почему Дед Мороз? Дед Мороз, мы хотим, чтобы наш партнер любимый девушки так придумал, значит, Дед Мороз есть, и чудо случается, с ура, вот так вот, маленькие подарки. Мы все вместе победили и строим свою мирную красивую жизнь. Все, благословляем, благословляем Господа. Все не могли, как могли нас быть на собрании, где они алтарцы, ланятся, молятся за вас, и сейчас они победили, настроили на радость. Хорошо. Все отлично. Третий лекарство. Низкий поклон. Пасхи вашей. Вот эта помощь, потому что идет помощь везде. Я веду нам свету, пусть там пошел помощь большая. Я пошла тоже села в поле, дошла его. Да, вот я тут спасаю, тут мне хорошо. Я спасусь. А вот там беда. Там храм разбомбили до основания почти. Две бомбы попали в храм. Крысилка сгорела до тла. Все сгорело до тла, все погорело. Там, ну, далее как-то собрали это. В Москве и Сергий отец там какой-то, по-моему. Я не знаю, вот опять я сегодня уже шайся с ними. Представили, мы трудом, не хотели пускать, не пустили. Не пустили, я тут знаю, это можно нет. И так вот мы доходили. Когда мы сделали, пошли в Ростовскую область, в город Донецка, на Избавине, где Донецк. Зашли туда, в храме разгрузили все. Все, представляете себе, что вы. Потом нашли машину, нашли уже как-то договорились, и обходными путями как-то завезли в Ленову Свету. Когда мы все там раздаем, Раздает, вот ты пиши, раздавай, потом посылай по видео, по чему-нибудь, по письменному, по... Ну все, ну, таким способом. Там уже пиши и Евангелие, и посели свечки, и посвечки немножко. Почему же хоть что-то нужно, может, список бы составили, что нужно вам? Ну, ничего потом не нужно. Понимаешь, тут не лучше отлипнемся. Тут еще есть, что и группа, и в группе, тут кормим людей понемножечку. Вот. Вот 60 человек, 60, 50, вот как вот это, да, скормим тут людей. И пока есть, если поначалу что-то в пятницу, то уже нужно будет где-то доставать, скажем, и все. А пока есть, то хорошо. Но практически нужно. Вы помогаете там, где беда. Где беда нам по районам надо же. Вот. По таким, понимаешь, таким, по таким местам. Ну, они сейчас уедут, а потом уже будем уезжать, где они... Да. И будет нормально все. И будет нормально. Надо, потому что иного другого выхода нету. На нас тут как на воров смотрит, оттуда Украина. Все, для них не фашисты его росту. Все, дети, все, просто дурство не найдешь. Не хотят дедушки, но братья славяне, понимаешь, нет, не хотят признавать. Вот как будто сами такие и меньше виноваты все здесь. Трудно. Разводили здорово там, через Бейзьевы, через Насвет, мы приезжали. Да. И останавливались, смотрели там, где разрушены дома, больницы. Вот это все там, она, конечно, она уже под крышей дома упала, и на купол это, мы поснимали это все, это сейчас купол на дом делаем, потом немножко. И вот там уже останавливались, что купола вот этого нету. Вот, но там они еще пока гнут пары, арочки эти, пока стоит так, там уже все как в Мадуру купол, там дыра там метра на два, на три.
уделал там всю крышу, снял, вот эти стропила деревянные, и все поднимало, только каких-то часть стропила осталось. Пришлось стропила убирать, потому что сейчас это будет снег, на будет задержка, и там будет протека, и снег, поэтому все поснимали, потому что золотали здесь стропила. Вот. И теперь уже как-то там немножко. А он сейчас на сферу делает, на место там на земле будет делать. Сзади сняли радиус стакана, потом верхнику прибавили его по чуточку. И металл уже тоже есть, металл достали. Хотел бы ехать за металлом это самое у Вородонск. Там же металл тоже есть, делал такой, знаешь, купольный. Ну, не добрался туда. Тут какие-то путем достал, только не желтый, а такой синий. Можем спасаться, как вы знаете, братья, спасаемся кто как может. Ну, кто как сможет, не получается, а вот так братьям славянам, россиянам, спасибо Господи. Молодцы, машины идут, двигаются, идут, поддержка, вроде бы, чуть-чуть как-то есть. Иначе все будет беда. Теперь вообще, пенсии нет, ничего нету, ничего. Захранили сами вообще. Уже начинает его где-то показали на обещании там на Валине, два храма православного патриарха забрали. Наглую уже. Помаленько начинает это бывать. Там Киев хотели подтопить, так то, конечно, еще не просто. Но не будет страна стремиться к этому. Мы выдержим. Рассветая вероятность, еще на горе никого не было. Падала, спотыкалась, вставала и гнала. Прогулись по статус. Так если Бог с нами, кто против нас? Аминь. Как здесь люди прятались во время бомбежки? Да. А теперь Сергей Бобов делает. Не только в этом сила, а сила в том, что мы вместе и рядышком. Духом и плодом. Да. И да. Там много силы. Да. Да. Двигайте нас легко перейти. Аминь. Аминь. Хорошо, все отлично. Третий лекарство, низкий поклон. Пасхи вашей. Я имею в виду оценка, что-то поблагодарить нас за ваш визит, за доброту, за подарки. Большое вам спасибо. Спасибо, земляки, за помощь. Я сам с Нижнего Тагила родом. Спасибо вам за гуманитарную помощь, за помощь детям. Если есть возможность, помогите, опять же, детям, обмундированием нам, едой детям, многодетным семьям, памперсы, ну, все, чем можете, помогите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Желаем вам, Анна, приехали на руку, чтобы на работу доехали.